Что, пару слов о сегодняшнем заседании хотелось бы сказать. Потому что видео не успею сегодня смонтировать и опубликовать. Уже это будет завтра. Пару слов скажу. Адвокаты не являются, в том числе и самого Ковадла. Ковадла вспоминает, что, оказывается, у него есть право на защиту. Вы понимаете? Когда дело доходит до суда и их начинают судить, они вдруг вспоминают о том, что у них есть право на защиту. Да вы что? То, что есть права у других людей, они не думают, когда их бьют, ломают, лезут в авто. Вот. Ну и суд, понятное дело, перенесли на 30 сентября. А полное видео покажу вам завтра.